День рождения Ленина для коммунистов – праздник сродни Новому году и Дню защитника Отечества. Каждый год у памятника красного вождя последователи коммунистических идей собираются, чтобы возложить цветы и вспомнить заветы Владимира Ильича. В этом году празднование выпало на будний день, поэтому почтить память Ленина смогли прийти только ветераны – около 30 человек. Для них день рождения вождя – еще один повод встретиться – традиция длиной в десятилетия. В этом году Ленину исполнилось бы 144 года. Коммунисты считают, в связи с последними событиями на Украине общественность стала чаще обращаться к образу Ленина. В 2014 году он снова стал популярен. Причина тому – спор о сохранении памятников красного лидера. Украинцы, особенно юго-восточные, представители юго-восточных областей, встали на защиту памятников Владимира Ильича Ленина. И сначала это выглядело довольно странно, потом стало ясно, что памятник Владимира Ильича Ленина и сам Владимир Ильич Ленин оказался в каком-то смысле гарантом единства украинцев и русских, то есть единство постсоветского пространства.